Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хотел бы вспомнить сражение за небольшой населенный пункт под Москвой, Скирманово, ставшим местом крупного противостояния танковых сил. Занял враг этот населенный пункт еще 25 октября 1941 года, что привело к образованию выступа, угрожающего частям 16-й армии Рокоссовского, и бездействовать такой ситуации было нельзя. Но понимали это и фашисты, надежно укрепив свои позиции. Они в буквальном смысле закопались в землю. Особое внимание они уделили высотам на подступах. Поэтому с Скирманово, на подступах к которому сосредоточилось до 98 танков противника, был превращен в неприступную крепость. Фашисты ожидали прибытия основных пехотных сил для продолжения наступления. Причем здесь стоит отметить, что советская разведка, мягко сказать, занизила численность врага. И вот, первые попытки выбить врага из населенного пункта были предприняты танкистами из 28-й танковой бригады под командованием Малыгина. Потеряв один Т-34 в бою, танкисты отошли, доложив штаб о большом количестве немецкой бронетехники. Но опираясь на другие данные, командование не поверило в это, и атака повторилась на следующий день, 27 октября 1941 года, в ходе которой было потеряно еще 5 советских машин. При этом один Т-34 Вячеслава Ивановича Гришина прорывается в деревню, где его подбивает противник. После чего немцы предлагают сдаться экипажу, но танкисты в ответ открывают огонь, приняв свой последний бой. Стало понятно, так просто немецкий выступ не срезать. Поэтому направление постоянно усиливалось, и к 4 ноября 1941 года в этом районе сосредоточилась 18-я стрелковая дивизия Московского ополчения. В этот день они смогут взять одну из высот благодаря подвигу Андрея Федоровича Макрушина, закрывшего собой амбразуру Дзота. Но после вражеской контратаки высота была оставлена. В итоге к 10 числу командира дивизии Живалева меняют на Чернышова. После 10 ноября под Скирманово прибывают еще две танковых бригады, 27-я и 1-я гвардейская Катукова. Мы ее больше знаем как 4-ю танковую бригаду по боям под Мценском. И вот 12 ноября 1941 года после мощного огня наших «Катюш» советские танковые подразделения перешли в наступление. Первыми атаковали танки из 1-й гвардейской бригады Катукова, в авангарде которых шли машины под командованием танкового аса Лаврененко. Танкисты выявляли огневые цели, а 2 КВ позади прикрывали их своим огнем. Разгораются тяжелые бои за высоту вокруг Скирманова, превращенные противником в крепости. Так, только на высоте 260 предстояло подавить огонь 5 вкопанных вражеских танков в землю. Но, несмотря на все сложности, советские части шли вперед. И уже ночью красноармейцы ворвались в Скирманово, разгорелись уличные бои, в ходе которых красноармейцы смело и решительно шли вперед, сражаясь за каждый дом, за каждую улицу. И вот утром населенный пункт уже был освобожден, а следом враг был выбит из Агафидова и хутора Марьино. Ожесточенные бои гремели и за деревню Козлово, из которой противника удалось выдавить только к 14 ноября 1941 года. А о накале боев нам говорит тот факт, что экипажи танков по 3 раза за день выходили из боя для пополнения боекомплекта. В итоге успех был достигнут, враг оставил хорошо укрепленный выступ, потеряв в боях за него 36 танков, только захваченными, а также 3 тяжелых орудия и 20 противотанковых, на одном из которых было написано «стрелять только по КВ», а использовались подкалиберные боеприпасы. Наши потери были также немалы. Так, в строю только 1-й гвардейской танковой бригады осталось всего 19 машин, КВ и Т-34, и еще 20 легких танков. Правда, утром 16 ноября 1941 года, когда наши планировали продолжить наступление, немцы упредили, вновь атаковав на Волоколамском шоссе. Как итог, оказавшись под угрозой окружения, советские части оставляют Скирманово, а фронт продвигается в сторону Москвы. Но здесь стоит отметить, что в этих боях враг потерял как время, так и силы. Повторно Скирманово освободят 15 декабря 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания.